А хочешь, как у меня волосы? А! Ого, не вырывается! Крутая, да, слизь? Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Что ты тут делаешь? Акулу рисуешь? Да, вот, акула. А у меня есть еще лучше, чем акула. Конфеты? Еще лучше, чем конфеты. А ну-ка, что там? И что это? Цветной сахар? Нет. Или порошок для мытья одежды, нет? А, это, наверное, краски разводить, да? Из этого можно сделать крутую слизь. Это где она лежала? В шкафу. В шкафу? Я такой открываю шкаф, а смотрю, там эта баночка лежит. Кто же ее мог туда запрятать? Я думала, ты от меня запрятал. Да нет, я вообще это вижу в первый раз. Может быть, это папа нам такой сюрприз приготовил? Да, это папа, так что пошли. Нет, стоп. Папа же нам об этом вообще ничего не говорил. Давай сделаем крутую слизь! Подожди. Папа нам об этой слизи вообще ничего не говорил. И не скажет, потому что он о ней забыл. Нет, все равно нужно сначала спросить, а потом уже все делать. А давай так. Мы эту слизь сделаем. И что? А если что, виноват буду я. Ну, ты хитрый. Даже если это ты сейчас делаешь, то папа все равно придет и скажет: Артур, ты же старший, ты должен был следить за Давидом. А это что, ты вот так выставляешь, папа такой? Это я себе купил слизь, вань, пап, сейчас буду бесовать, сделать слизь себе. Да, представляю, папа такой себе лизун делает. Точно нам купил. Ладно, сделаем. Только если что, это все ты захотел сделать. Хорошо. Написано, что одной пачки хватает на 20 литров. Ну что, нам хватит? Конечно, хватит. Тут в этой кастрюле максимум 2,5 литра. Будем сыпать, пока не станет густая. Смотри, как классно получается. Давай сейчас стакан возьму. Вот, пожалуйста, ваш стаканчик слизи. Спасибо. Прикольно получилось. Да. Давай сейчас сделаем зеленую слизь. А ну, давай, мешай. Ого, какая яркая получается. Вау. Смотри, как оно тянется. Ого, как будто стекло такое. А если помазать на волосы, будет как у тебя зеленое? Сейчас намажем и проверим. Нет, не надо. Ладно, сейчас стакан возьму, посмотрим, как это выглядит. Переливается, смотри-ка. Ого, как красиво. О, совсем густая. Густая. А хочешь, как у меня волосы? А! Ого, не вырывается? Крутая, да, слизь? Угу. Ой, это интересно, какого цвета получится? Розового или красного? А ну. Угу.
Смотри, какой красный цвет получается. Так, чтобы гуще получилось, еще засыпаем. Смотри, уже гуще становится. Смотри, как красиво. Я же тебе говорю, красиво. А вот и папа. Так, помни, если что, это все ты виновата. А я тут при чем? Ребята, я дома. А мы на кухне. О, на кухне хорошо. Я сейчас руки помою и быстро к вам. Куда я отстою? На плиту ставь. Ребята, я тоже проголодался сильно. А что это вы с макаронами делаете? Я учу Давида считать макароны. Да-да-да. Точно? Да. Я бы их пересчитал сейчас в желудке, потому что очень хочу кушать. Так. О, что это у нас тут мама приготовила? Борщик. Классный какой-то, густой. Борщика я хочу. Постой, это не борщ. Это какой-то кисель. Да-да, это кисель. Но кисель я позже поем. А что же тут еще мама приготовила? Зеленый? Что вообще? Тоже кисель. А почему он зеленый? Наверное, это киви. Киви? Я же просил жаркое у мамы. Так, а это что такое? Сегодня что? Международный день киселя или фестиваль какой-то кисельный? Наверное. А мне так хотелось покушать что-нибудь такое. Что же у нас? Это ж надо, везде кисель. Ну ладно, говорят, он полезный. Знаете, кто какой будет? Что, не знаете? Ну давайте начнем с того, что Артур зеленый, Давиду красный, а мне синий. Что? Попробуем, что это такое яркое и вкусное. Кто, кто? Вы хотите синий? Ну давай. Мне красный или зеленый? Пап, да не в этом дело. Это вообще не кисель. Вот именно, не кисель. Это слимбаф, который у тебя там в шкафчике лежит. Угу. А, это несъедобно, это вы сами сделали? Да. А ты что, нас не будешь ругать? А чего я вас должен ругать? Это не я запрятал. Это, наверное, мама. Мама? Конечно, мама. Поэтому, если будет она ругать вас, то я тоже. Потому что ничего без спроса брать нельзя. А вот и она. Папа, ну может скажешь ей там, чтобы она нас... Ладно, ладно, выручу вас. Не бойтесь, лучше, чтобы больше такого не делали. Окей? Да. Спасибо всем, кто поставил лайк. За зеленый сыр. Ну и за то, чтобы мама нас не наругала. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami.